News Time. Привет всем, кто следит за миром шоу-бизнеса. В эфире программа News Time. Меня зовут Инна Стан. Прямо сейчас погружаемся в актуальные события. News Time. Егор Крид сломал палец на съемках клипа. Об этом певец сообщил в своих социальных сетях. Несмотря на травму, артист продолжил гастроли. News Time. Джонни Депп создаст мюзикл о Майкле Джексоне. В эпицентре истории будет перчатка поп-короля, которая, согласно замыслу, являлась источником всех проблем в жизни артиста. News Time. Друзья, мы продолжаем. И прямо сейчас сюжет дня. News Time. В этом сюжете новые подробности Российской национальной музыкальной премии «Виктория». Стали известны имена финалистов в 15 номинациях. Дима Билан на грядущей премии имеет шансы победить в 3 номинациях. Лучший поп-исполнитель, концерт года и песня года за хит «Белые розы». Да и в целом ретро-стилистика в минувшем году стала трендом. Весь мир переодевается в старых персонажей из старых фильмов, из старых групп музыкантских каких-то. Вот, это все, в принципе, фундамент, из чего выросли люди, которые сейчас пытаются найти какой-то свой почерк. По итогам голосования 3 номинации досталось и Зиверт – лучшая поп-исполнительница, танцевальный хит года и песня года. За последнее время певица стала для многих настоящим открытием, а ее жизнь превратилась в череду гастролей и съемок. Мне стоит на один день дома присесть, и все, я прям понимаю, что мне уже куда-то надо бежать, поэтому лучше будут солдаты и забитые постоянно гастроли, и вот такая вот жизнь интересная, насыщенная, чем не будет ничего. Также среди претендентов на победу сразу в нескольких номинациях Макс Барских, Светлана Лобода и Артур Пирожков. Российская национальная музыкальная премия «Виктория» состоится 5 декабря в Кремле. Репортаж с мероприятия смотрите в одном из следующих выпусков News Time. News Time. Друзья, на этом все. Не пропустите новости шоу-бизнеса в следующем выпуске программы News Time. С вами была Инна Стан. Пока-пока. News Time.